другой формат, мы спустились вниз. Попробуем комментировать с вами так. Итак, сегодня видеооператор это Дмитрий и комментатор этой игры Петр Иванников. Дмитрий, как фамилия? Слишком известно. Да. Итак, друзья, мы начинаем. Это футбольный турнир «Курс». Yeah.
Евгений не стал закрыл гол. Кто? А там дальше. Давай, давай. Молодец, давай.
Сейчас откроем дверь. Пора! Yeah!
Запиши на телефон. Я тебе могу камеру дать. Комментируй. Иди наверх, на камеру поговори. А там просто нужно слушать. Это просто не нужно. Говори. Может, какой-то момент заснимешь. Просто вот эту кнопку нажмешь. Да. Все, видео пошло. И все, будь бог. Отлично. Итак, добрый день, дорогие друзья. Мы с вами возвращаемся на футбольный турнир «Пульс». Это первый дивизион. Игра «Интерпайп Виртуоз». Это второй тайм, друзья. И второй тайм не успел начаться. И Усачев Александр выводит свою команду вперед. Не, не выводит свою команду, а сравнивает счет 1-1. Очень напряженная игра у нас, друзья. Вторая минута. И Данайчук, ай-яй-яй. Вратарь пошел, конечно, до конца. Не щадя ни себя, ни других. Отмечаем его. Молодец этот Хабибулин Фарид. Много раз он спас сегодня уже свою команду. Вот он на ваших экранах. Если это вырежет, вам это покажут. Вот ударчик. Итак, Усачев, контратака, друзья. Итак, Велимный. Ай-яй-яй. Кстати, отмечаем, друзья, что Усачев, забив этот гол, только что сравняв поединок, вышел в лучшем бомбардире футбольного турнира «Пульс». На его счету 27 голов. У Велимного 26. Их личная дуэль продолжается. Но видишь, они не жадничают друг другу, в принципе, подыгрывают один другому. И это интересно. Виртуоз, Интерпайп. Счет встречи 1-1. Первый тайм был в пользу Виртуоза. Они больше угрожали воротам. А второй тайм еще только начался, и Интерпайп сравнял. 1-1. Вот-вот, ай-яй-яй. Оп. Опытный вратарь. Его 28 номер не перехватил. О, смотрите, какие, друзья. Какой заряд на игру. Десятый номер. Мундря Юрий. 14 номер. Маленький, но очень активный. Вот-вот-вот, хороший простер. Достанет он. Уй, пробил еще. Хорош. Ну, просто тащит. И контратака. Смотрите, какие у нас скоростя. И на встречных курсах движутся команды. Велик. Не смог он пройти своего оппонента. Евгений устанавливает мяч Велимный. Наверное, будет давать под удар Усачеву. Да, так и есть. Усачев бьет снова угловой. И снова. Это однотипный розыгрыш у ребят. 5 минут второго тайма прошло, друзья. Виртуоз заряжена на борьбу. Валят лучшего бомбардира Виртуоза. Ну, на Чука Владимира. Вот он с мячом будет бить. Нет, отдает пас. Вот, ай-яй-яй, друзья, это опасно. На встречных курсах у нас проходит игра, как бы, с большим, с обильным. С обильными возможностями, много опасных моментов.
Хорошая игра, друзья. 1-1. Два достойных соперника встречаются. Итак, Лунайчук. Его финт. Ай-яй-яй. Ай, как это было близко, друзья. Мындря Юрий пробивал. Намерен сюда победить. Да. Виртуоз заряжен просто. Я же говорю, их лозунг перед этими выходными был. Мы приехали отдавать долги. Их игра пока не подтверждает это реноме. Отдать долги своим обидчикам. После первого круга. Нравится своей заряженностью Виртуоз. Ну и Интерпайп — это не мальчики для битья. Для них сегодня проверка на прочность. Две игры подряд, кряд. Хватит ли у них сил победить в двух играх? Ой-ой-ой, и все-таки выходит Дмитрий, отдает Усачеву. Что сделает Усачев? Да! Это красная карточка, друзья. Я думаю, это будет красная карточка. Да. А как же по-другому? Рукой отбил. Тимошенко, Виталий. Красная карточка, безусловно. Он, конечно, спас ворота. Мяч летел в ворота, но тем не менее. И Усачев уверенно забивает гол. Оформлен дубль в этой встрече. Тем самым выводя свою команду вперед. Вот вам и развязка, друзья. Первый тайм 1-0, Виртуоз был впереди. Второй тайм уже 2-1. Виртуоз проигрывает. С пенальти оформлено. Ну, отличился Усачев, тем самым увеличив свое преимущество, став лучшим бомбардиром своей команды. Будет ли тут карточка? На двоих пошел. И заработал фол. Казалось бы, на ночу Владимир. Наверное, четвертый фол. И получает желтую карточку Сердюченко Дмитрий за подсказки судье. Судья говорит: дружище, я сам разберусь, не учи меня. Я сам умею считать. Итак. Ой. Ай-яй-яй. Это было опасно, друзья. Это было опасно. Хорошая комбинация была разыграна, но мы считаем не комбинации, считаем голы. Она на табло 2-1. Виртуоз в атаке, 9 номер. Ой, хороший удар получился у 9 номера. Это Кобзар Игорь. И вроде судьи усмотрели какой-то угловой. Я лично его там не увидел. Отходим, ребят. Ой-ой, опасно. Был фол. Ну, был фол. Третий фол, ребята, у Виртуоза. Возмущается ребята, что-то пытается доказать. Играйте в футбол, друзья. Оп. И смотрите, контратака. Дунайчук, на него двое. Усачев достает его. И Кэп, Дима. О, пробрасывает. И, ай-яй-яй. Грудь пробивает. Вратарь сегодня самым больше страдает. Интерпайпа. Дунайчук. Ой, хорошо останавливает мяч. Был чирк. Ой, друзья, вот у нас развязка. 5 минут до конца встречи. 2-1. Интерпайп впереди.
Ну им нельзя фолить, у них 4 фола. Интрига. Да, я есть. Не люблю такие зоны. Оп. И вот вратарь дал потрогать мяч даже мне. В губу попало, красавчик. Жесткий мяч, я вам хочу сказать, ребята. Попал в губу и чувствую, что жесткий такой. А он терпит. Он вратарь, у него такая работа. Снова он вводит мяч. Виртуоз перехватывает. Заряжены ребята виртуоза. Но Интерпайп тоже не будет сдаваться просто так. Девятый номер. Итак, Кэп. Что сделает Кэп? А, отлетел от него как от бревна. А была очень хорошая позиция. Четыре минуты. И команда Интерпайп берет тайм-аут. Я думаю, Виртуоз сейчас за эти 4 минуты пойдет на последний штурм. Итак, друзья, мы возвращаемся. Первая лига. Интерпайп, Виртуоз. Еще 2-1. До конца встречи 3 минуты. Это фол. Это пятый фол. Капитан, 13 номер. Зарабатывает этот фол. Его толкнули сзади, он вносит в плац. Будет ли этот результативный фол? Ну что ж, вот и встреча. Лучший бомбардир виртуоза Дунайчук Владимир против Хабибулина Фарид, вратаря Интерпайпа. Вот она развязка. Это гол! Это 2-2! Удар словно пушка у этого парня. Дунайчук Владимир оформляет дубль в этой встрече. Тем самым сравнивая счет в этой встрече. Встреча, безусловно, очень интригующая, интересная. С большим накалом. Но виртуоз бежит вперед. Что творят эти ребята? Трибуны гудят. Накал серьезный. Друзья, вот это интересные матчи просто. Оп, хороший спас. И Усачок. Смотрите, как он работает с мячом. Вы смотрите, друзья. Ну как приятно на это смотреть. Усачок Александр. Оп. И Кэп, который привез важный штрафной на ворота соперника. А у нас до конца встречи 1,5 минуты. Счет 2-2. Исходит, друзья! И снова Усачок оформляет хет-трик. Усачок Александр в таком принципиальном противостоянии доказывает, что он является на данный момент лучшим бомбардиром первого дивизиона. Хет-трик в такой непростой игре. Характер демонстрирует футбольный клуб Интерпайп и доказывает, что по праву они сегодня. И, ребята, ну вы посмотрите, кто? Почему именно Дунайчук перерывает этот пас, который и шел уже голевой? Ферейра у нас сегодня просто. 30 секунд до конца встречи. 3-2. Контратака, друзья, что же будет? Ой-ой-ой, как это жарко! Как это жарко, друзья! Очень не хочется, чтобы этот поединок заканчивался. Просто загляденье! И вы посмотрите на эти эмоции, друзья, вы посмотрите, как радуются команды. Отличный матч просто. 5 баллов по накалу. Дай бог, чтобы было побольше таких встреч. Будьте с пульсом. Есть пульс, есть жизнь.